Всем привет, с вами Диктофон, и сегодня мы продолжаем играть в игру под названием Ruined King. И в прошлой игре мы, в прошлой серии мы как раз остановились на том, что начали играть за Илой. То есть это как раз таки наш новый герой. У нас тут новая локация, нам надо, как я понял, пойти вниз. Но для этого, для начала точнее, давайте пробежимся тут немного и посмотрим, что у нас тут есть. О, конечно, мы пооткрываем. Я, конечно, помню, что во второй серии в конце, по-моему, мы это уже собирали. То есть это у нас не сохранилось. Дальше я уже не бегал. Так. Я знаю, что наш промысел опасен, но обычно подвоха ждешь. Чё? А только на море. А вчера меня чуть не пришибло сломавшей стрелой крана. Офигеть. О, тут сундук вижу. Мало зелья очищения. Вау, 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 сколько много. Белой эссенции. Интересно, для чего это все? С людьми тут болтает слишком много. Я не знаю, что это нам тут даст. О, что это такое? Мечтатель, часть первая из трех. Кровавые доки. Дорогой дневник, наконец-то я прибыл в Билджвотер. Я готов рыдать от счастья. Тяжелый запах смерти, который несет с собой прилив, подтверждает, что моя мечта сбылась. Сумрачные острова виднеются на горизонте. Много лет я странствовал, чтобы найти этот идеальный пейзаж. С самого детства я мечтал нарисовать редчайшие виды. Руины благословенных островов, кишащие духами, призраками и привидениями. Я путешествовал по Валорану и пересек глубочайшие океаны, чтобы попасть сюда. Здесь мой талант пройдет проверку мрачными развалинами. Здесь моя кисть покорит призраков. Мои картины станут шедеврами современной живописи. Они будут цениться куда... Цениться куда выше, чем... Портрет любого из джарванов. Демосийские аристократы будут готовы на все, лишь бы повесить мои работы в своих гостиных. И тогда я, помахивая кистью, войду в историю. Запись добавлена в журнал. И нам какие-то 10 очков дают за это. Кстати, очень классно. Понятно бы, знаете, только что это еще нам даст. А, вот здесь мы, в принципе, отсюда и пришли. Так. Я могу единственное извиниться перед вами за то, что... О! То я здесь должен знать больше о потрошителе. То есть нам туда, видимо, сейчас не попасть. Извиниться за то, что, видимо, у меня не получится сделать так, чтобы у меня большие локации не лагали. То есть все равно немного вам придется допотерпеть. Так, отправляемся вниз. Вонять как пайланги. Почему мой народ такой упрямый? Блин, у нее такой акцент прикольный. Мне прям нравится. Там, меню персонажа. О, прикольно. Снаряжение, инвентарь, журнал. Что мы как раз находили? Это не то? Во, мечтатель, кровавые доки. Сколько тут всего? Это на Билджвотере только. Вау, а что значит 3-4? Это, видимо, листать? Бестиарий. Блин, зачем я так нажал? Так это столько тут существ. Ну, и не только существа. Капитан Торн. Привет. Помню тебя тут. Так, тут челик. А, наверное, к тебе, да? А, добро пожаловать в мое скромное заведение. Я бы сказал, чувствуйте себя как дома, но здесь лучше, чем дома. А что это за место? Ой-ой-ой. А на что это похоже? Это славное заведение, капитанский бар. Вернувшиеся из плавания моряки любят здесь посидеть, пока привыкают к твердой земле под ногами. Всякая шелупонь не почтит нас своим присутствием. Цены здесь приличные, а значит и публика тоже. Вы слышали о потрошителе? А кто не слышал? Все говорят, что он охотится на капитанов кораблей. Если он вышел на ночную охоту, к утру повсплывает куча трупов. Надеюсь, что мне ничего не грозит, ведь я простой трактирщик. Но кто знает, на что способен загнанный в угол бешеный пес. По факту, ну что ты нам ничего не подсказал? Обидно, конечно. Так, давайте я тут
Может, графику улучшу? Посмотрим. Надеюсь, что у вас будет все нормально. Просто у меня, например, даже на высоких не лагает. Хотя не знаю, на самом деле, стоит ли это все делать. Так, и куда нам идти? Нам здесь искать? Давайте я тогда сейчас вот посмотрю, и потом тогда вернусь к вам, и что да как будет. Маленький человек, где мне найти потрошителя из Кровавой Гавани? А ты кто? Я Илаой, вестница Нага Кейборос, защитница народа Бухру. Ага, конечно. А я речной царь Там Кенч. Отвали, дай отдохнуть. Может, демонстрация силы заставит тебя передумать? Я предпочитаю не драться со странными женщинами в барах. Да? Ты недостоин? Или боишься? Видишь этот меч? Я проткнул им сотни бойцов, покрупнее тебя. Так что сгинь. Нифига, что творит. Я думала, ты сильнее. Сам все? Просел? Ну, как вы видите, я, видимо, нашел его. Движение. Ну, или кто-то побольше. И, конечно, для защитницы Нага Кейборос первый уровень, что-то она как-то слабо довольно-таки. 18 единиц урона всего. А если тут? 38. О, исцеляет. Если путь силы, 46. Заставляет все щупальца ударить по цели, нанося двойной урон. А все щупальца это где? У нас их вообще нету. А, создает 10 перегрузки, шанс призвать. Вот, давайте пробуем это. Че, призвали? О, у нас появилось, реально. То есть сейчас еще одну мгновенную атаку использую. А чё они так много нападают? Остановитесь. О, кайф. Надеюсь, ты теперь с нами навсегда? Нет. Еще давайте. Все, все, больше не будет. Ну, неплохо. То есть, с учетом того, что подцеленность, давайте попробуем вот этого все-таки добить. Тем силы, точнее как добить. Попробуем нанести ему урон. Хотел проверить, что этот скилл из себя представляет. Я надеюсь, что Илаой у нас сейчас неплохо апнется. Щупальца давайте. Ну, пипец, невероятный урон. Еще одна щупальца появилась. Не. Так. Мгновенный, давайте вот. Вот теперь я улыбаюсь. Блин, классно. Они ведь копятся еще. Сколько их максимум может быть? 4 уже. А щупальца что не бьют? Сейчас они его добьют, видимо. Хватит. Почему так много бьет? Но. Я знаю лишь один способ научить. С помощью кулака. Ну, Илаой, тебя почти не пробили, поэтому не надо тут так говорить. О, второй уровень. Что нам это даст? Разблокировано новое умение «Целебный туман». Исцеляет всех союзников на 39 хп. Это, кстати, очень полезно. Так, статы увеличились. Не вся, конечно, магическая защита та же. Ну ладно, неплохо. Так, что дальше? Это все? Ха-ха, я только начала получать удовольствие. Потрошитель из Кровавой Гавани, выкладывай. Я не знаю никого, кто его видел. Говорят, он рыщет в аллеях вокруг от норков. А еще говорят, что он не совсем живой. Не живой. Кожа, как у трупа, холодный. Глаза пустые, на утопленника похож. Создание, застрявшее между жизнью и смертью. Это оскорбляет богиню. Говорят, он на капитанов охотится. Найдешь капитана,
найдешь и потрошителя. Спасибо, маленький человек. Эй, а может останешься? Никогда еще не пил со жрицей. Ты слишком хрупкий. Ничего себе, к ней уже подкаты пошли. Но как понял, вот так мы сейчас и встретимся с мисс Фортуной. Так. Ну все, нам тут уже ничего не надо. Выходим. И теперь нам, наверное, надо... О! Мы слышали какой-то шум. Это поболтать. Мои новые друзья Пайланги захотели узнать о традициях Бухру. Мы идем в Атнорки. Куда? Куда они тыпнулись? А, наверное, нам надо теперь влево, потому что там мы не могли пройти. Ты меня пугаешь, чел. А, ты еще и многословный очень. Что-то тут вообще все по графике плохо. Давайте я тут, подождите. Продолжаю экспериментировать. Если вот хотя бы тут среднюю поставить. Как это будет выглядеть? Ну, давайте со средней. Так, туда нам, видимо, не пройти. А вот здесь... Там что-то, может, полезное нам говорили. Ну, ладно. Понятно. Это трущобы. То есть, видимо, это открытая карта, на которой мы потом можем сами бегать и что-то открывать. А, Белджвотерский. А, в итоге-то мы и сами на трущобы зашли. Умение для подземелья врагу, вы начинаете бой. У нас три героя. Это, видимо, ее помощники. Вот они в нее и тэпнулись. Я, как понимаю, там первый враг. Давайте победим его. А что он творит? Дай нам облутать вещи. Знаете, это я использовал или он? Ну да ладно. Так. Уменьшает весь получаемый урон. Это у нас один из помощников, видимо. Я вроде выбирал цель, тыкал, что-то не получалось. Ну да ладно. Так, вторая помощница. Что ты делаешь? А у них одинаковые, кстати, скиллы. Ну неплохо бьют. Давай тут покажи, жрица, кто тут в доме хозяин. Ну, на единицу нанесла больше, чем остальные. Знаете, ослабление. Ну, почти ничего. А воины могут получать особые эффекты, к ним могут применяться усиления. Положительные эффекты и ослабления, отрицательные эффекты. Вы можете снять ослабление с помощью очищения. Союзники Бухру в группе владеют умением очищения. Также вы можете использовать зелье очищения, если оно у вас есть. Тихо. А есть ведь, кстати. А очищение это вот от ядов этих? А как? Вот это? Очищение. Давайте. Наверное, на него. Или на нее надо было. А давай ты на себя очищение изнешь. И что, отец сработает? А, ну мы можем еще атаковать при этом. Давайте, добейте, пожалуйста. О, ну на нее опять кровотечение повесили, она сейчас очищение ее занет. Блин, нормально. То, минус один. Одного нокаутировали. Так. Нет, давайте зачем нам исцеление, пока все нормально. Давайте тут путем силы пойдем, нанесем большое количество урона. Плюс вот так вот. Сейчас еще наша вторая помощница вроде будет бить. Он тоже нанесет большое количество урона. И теперь Иловой точно добьет. 48, молодец. И еще щупальца пошли. Воздух бить. Ну, неплохо. Нормально. Так, добыча.
Опять белая эссенция. Нам пока что не говорят, для чего она нам. Что, третий уровень будет? Нет. Так. Первого человека мы победили. Я даже не знаю, в какую нам сторону идти. Потому что хочется как бы все изведать. В святилище можно получить благословение, которое сработает в следующем бою. Давайте. Исцеление, видимо. Ну что какое-то. А я не понимаю, это я скилл юзаю или это он? Мы не останавливаемся. После взаимодействия со святилищем вы получите поощрение, которое появится в виде особого сектора на шкале инициативы во время следующего боя. Воины в вашей группе, находящиеся внутри этого сектора, получают усиление, когда они достигнут начала шкалы инициативы. Не переживайте, если враги тоже окажутся на этом секторе, поощрение действует только на участников вашей группы. О, это хорошо. Видите, надо. О, он как раз будет... Она, точнее. В этом секторе. Это очень круто. Так. А ты? Ой, она будет. Поэтому не страшно. Ну и сейчас мы потом нашим третьим будем атаковать. Тоже мгновенная атака ему сделаем. И все они будут как раз в этом секторе. Блин, классно. Офигеть. Чё так много урона? Сколько исцелят? Ну чё это такое себе? Так. Вот я думаю, что ей мы исцелим наших. Пускай так будет. А этот попробует добить одного. И у него это получилось. Спасибо. Блин, кровотечение. А у нее тоже кровотечение. Так. Нет, нам надо вот это. Используем на еловой. Так, убьем. Что-то я немного запутался, кем я тогда ходил. А, вот она очистила. Ой, нам сейчас еще хп восстановила. Блин, кайф. Тебе даже понравится. Реально понравится. Так. Такое бы всем понравилось. Злодеям особенно. Так. Ну все, победа. Сектор очень, кстати, был полезный. Нормально, прикольно. Так, золото. О, там еще было что-то. Так, третий уровень. Разблокировано улучшение способностей. Нормально. Так, я где-то застрял. О, сундук. Зелье маны. Сколько тут все? О, тут еще. Это, наверное, для крафтов, да, каких-нибудь нам пригодится. Я вижу врага. Блин, я тут хочу все изведать. Давайте со всеми драться. А их тут три. Чтобы они выросли, их нужно испытать. Конечно. А кто вырос-то? Только мне вот это интересно. 27. 29. Ну, хотя бы этот не сильно ударил. Так, будем сначала от одной избавляться. 20, неплохо. Стражи два щупальца появилось. Офигеть. Давай критани, пожалуйста. Да блин. Мои щупальца сами ударят. Мне действительно кажется, что потом щупальца как-то сами ударят. Все будет круто. О, Д. Именно то, что надо. Так. Давайте на него юзанем. Так, и это один раз его ударит. Теперь мы точно должны справиться. 74! Богиня
нас что она творит? Блин. С одной стороны, обидно. Надо было тогда нападать на другого. Раз она так круто дерется. То у нас хп проблема. Так, давайте это тоже похиляет ее. А она похиляет всех. Но она же всех может. Не обязательно на себя. Ну давайте вот так вот. Опа. Не бей. Опа. Во. И грязи как не бывало. Слишком медленно. Ну медленно. Но все под контролем. Сейчас у нас еще и лава исходит, и все. И ты будешь нокаутирован. Офигеть, как полетело-то эффектно. Так. Победа. Куски шкуры волка мрака. Обычно куски шкуры волка мрака используются для зачарований. Понятно теперь для чего это. Отправляемся дальше. Что тут? Бродяга не хочет общаться. Ну понятно. В таких трущобах мало кому довериться можно. А это нельзя открыть. О, тут их несколько, посмотрите. Это мы что? Это кончится быстро. А, несколько волн. Угу. Ну тогда мы здесь будем копить щупальца. Мне кажется, здесь как раз таки это все и надо. Чтобы на второй волне мы им просто вообще размотали. И че, у нас нету его? Не дали? Почему? Жалко, что ли? Все кончено. Да что кончено-то? Блин. Самое обидное, что навряд ли мы его сейчас добьем. О, крутануло. Да пипец. Вот вы понимаете, вот... Когда не верю, вот критует. А почему опять щупалец не дают? Что там не везет? И он кританул. Ой, а что его так побило-то? Иловой говорит, что типа они должны вырасти. Только они вообще растут как на дрожжах. Такие сильные становятся. Критуют уже. О, наконец-то щупальца дали. Х2. Заслуженно, что нам надо Х2. Так. Давайте его. Или, блин, теперь у нее кровотечение. Ну, у него вообще хп мало, на самом деле. Так. Вот давайте путь силы. Зато сразу же больше исцелит. Так. Истекай кровью. Какое злое. Истекай кровью, еще тут говорит. Вот и лавой бейте, действительно, она у нас такая крутая, всесильная. Че, ее вообще не трогаете? Так, ей жизнь-то подпортили. Пред использованием атакой и лавой. Во, еще больше добейте. Нормально. Так. Да пипец. Хватит его бить. Так, это нам надо тоже вот так сделать. А Еловой сделает вот так это вот. Первый урок. Опа. О, так она добить успеет. А те что, еще даже похиляться не успеют? Я учу. Билджвотер научится. Билджвотер научится. Да пускай лучше не учится. Тебе же лучше будет. Так. Новый уровень. Четвертый быстро так вот поднимается, однако. Очко улучшения. А мы можем как-то использовать? А, в меню умения. А где меню умения? Умения. Хотите? Не, давайте сами посмотрим. Блин, прикольно. Сколько у нас? 2 очка умения. Щит. Путь.
Милость. Многокий Борос исцеляет цель на 43. Дополнительно за дважды, за каждые щупальца. Так, очень быстро, одна цель. Блин, я бы вот эти два скилла прокачал, а вот этих у нас вообще этого нет. Или он есть? Я просто не видел. Абсолютная. Расходует все щупальца. Самый пострадавший союзник исцеляется на 20. Плюс 20 за каждое израсходованное щупальце. А тут надо 100 этих штук каких-то других. Давайте пробуем его прокачать. Или чё? Каждая цель исцеляется на 3 дополнительных. Давайте затраты маны, конечно, мы уменьшим. А, понятно. А. То есть мы вот так вот взяли. Теперь идем вот сюда. Исходуют щупальца. Да, давайте затраты маны пока будем уменьшать. Чтобы все было нормально. А тут что у нас? Щупальца сдают раз в 2 хода, а не раз в 3 хода. Максимальное количество щупалец увеличивается с 5 до 6. О, тоже, кстати, очень полезно. Так, ну вроде мы прокачали. Давайте даже вот проверю. Да, все нормально. О, это нам надо. Собирай деньги. Билджвотерская одежда какая-то. В нос ударяет запах желчи, гнилой древесины. А, нет. Оружие. Броня. Идол пора. Можем это одеть? Урон 52. Так, 40. Физическая защита, выносливость. Ну, слушайте. Он ведь лучше. То есть тут есть доп урон, значит она нанесет так 48 урона. А здесь у нас получается 52. А как мы его получили? Самое интересное. Так. Смотрите, образы. Альтернативная внешность для Элой. Разблокировав ее, вы сможете изменить внешность. Меню снаряжения. Элой темных вод. Как мы эту сделали? Прикольно. Так. Легендарное оружие. Что-то оно такое классное. Я вообще хотел одежду посмотреть. Одежда, которая защитит от непогоды в доках. Но это, видимо, потом она нам пригодится для Элой, если мы ее будем собирать как защитника. Блин, у нее тут пора реально. Посмотрите, офигеть. Я думал, что это никак не будет влиять. Оказывается, влияет. Так, врезались в камень. Давай теперь обежим. А, мы еще здесь не поднимались? Или поднимались? А, мы здесь как раз таки и поднимались. Ну да ладно. Так все и задумано, так все и надо. А тот сундук мы открывали, как я понимаю. В эту сторону мы не ходили. Может, тут тоже кто-то есть. Все. Теперь мы еще сильнее. Ну что ты с малым количеством хп? Подождите. Давайте я. Пускай она тут попьет зелье, а то что-то у нее все очень плохо. Еще что-то ему надо дать. Так, удар щупальцами. Ай, 21 урон. И сразу щупальца. Нокаут! Да как так можно-то? А у нас есть зелье возрождения. Заберу твою жизнь, а потом и деньги. Или как это работает? Я думаю, нам надо.
Или давайте, подождите, просто так сразимся, может у нас потом он сам отрезается. Я надеюсь на это. По одному хп он нам нанес. Офигеть. Течение он нам всякие тут вызвал. Блин, вообще обидно. Нокаутировали как раз причем. Отечка. О, крит. Так, давайте путь скорости. Ну я тебе. Реально должно двигаться. Так, нашего нокаутировали, он временно не двигается. Я надеюсь, он сейчас оживется. Так, тоже что-то. О, мечтатель, часть 2 из 3. Дорогой дневник, добраться на сумрачные острова стоит недешево. Билдж-вотерские моряки не хотят к ним плыть. Охотники за сокровищами, отправляясь туда, обычно платят за то, чтобы добраться до станции снабжения близ архипелага. Они провозят с собой небольшие ялики и сами плывут на острова сквозь черный туман. Мне пришлось поступить так же и заплатить тариф, установленный для охотников за сокровищами. Прайс на корабле под названием «Дерзкая дамочка», на котором я добрался до станции, стоил мне больше, чем я заработал на последнем заказе в Димассии. Мне придется провести неделю на этой станции, чтобы научиться управлять яликом. Это не просто, особенно для человека моей комплекции. Хе-хе. Но, по крайней мере, я могу насладиться необычными видами, стараясь не унывать. Все сложится превосходно. Вот так, такой должен быть настрой. Ну, реально, настрой у него хороший. Надеюсь, что все с ним нормально. Так. Пыль. Деньги. Сундук. Кольцо решительности. Утяжелитель. Латунный идол. Так, я так думаю, что нам время в инвентарь заходить. Снаряжение, точнее. Так, урон, дополнительный урон, выносливость. Блин, этот, наверное, все-таки получше будет. У него есть и физическая защита. И тут и выносливости побольше. Единственное, что здесь урона будет больше. Давайте пока его так оставим. И теперь нам, видимо, одна дорога только в то здание идти. О! Блин! А вот если мы так, например, будем нападать... Ну, начинать бой с этой скилла. Может, им сразу же будет какой-то урон наноситься? Надо в следующий раз обязательно попробовать. Так. Забегаем. Куда там? О, вы это видели? Чё он там? Я ничего не все промотал. Место отдыха. Под этим маком можно немного отдохнуть. Давайте немного отдохнем. Может быть, наш там из нокаута вылезет. Ну, блин, до сих пор стыдно. Так. О, сундук. Я тут специально так вот все бегал. Так, деньги. Неплохо. Умоляю, не надо! Испуганный, одинокий. Сейчас я вычеркну тебя из моего списка, капитан. И ты больше никогда ничего не почувствуешь. Какой еще список? Я тебя впервые вижу. Я уже не капитан. Я много лет не ходил в море. Пощади! Мерзкая тварь! Сразись со жрицей матери глубин! Я мог бы убить тебя. Но зачем? Я пас. Кто сказал, что у тебя есть выбор, проклятый? Блин, я так и знал, что это будет Пайк. Это вообще...
Ну того скинул, и вот я так и не знаю, выжил ли он или нет. Мы, кстати, отдохнули, и наш вылез из нокаута, может это действительно ему хп восстановило? Нет, пока что мы бьем только таким. Щупальца нам, конечно же, не дали. Ой, что такое? Что такое? Это что, ульта? Его. А так хотелось жить. И не тужить. Блин, а если бы она нас сразу утонула? Так, кровотечение X2. А надо путь сразу, чтобы ей там кровотечение. А ей до сих пор щупальца не дали. Давай X2. Одно щупальце всего. Так. Пипец, он, конечно, урон наносит. Я намерен победить. Ой, щупальца. Так, тоже бей. Нормально. Кровотечение плюс замедление. Так, давайте, нам надо еще щупальца. Крит. И не дал. Так, давайте мы тут очистим. Блин, она еще благодарит. Какая классная. И 2-4 щупальца. Так, я думаю, что нам надо снова стрелять ее. А она у нас, наверное, путем силы вот это юзанет. Магический распол. Так, 54. Еще. Еще минус 16 хп. Ну неплохо, нормально. Кританула. Кританул, точнее. И он кританул. Так. Блин. Не бей сейчас. О! Сейчас я бью. Вот. На тебе, пай. Надо же, вот сразу взял и ультанул. Вот кто так делает? Вот сколько тут всего. 600 опыта. Дубленная кожа. Так, кольцо решительности. Это кольцо помогает воинам сохранить решимость в бою. Нам надо потом посмотреть. Может быть, мы ее и ловой можем уже дать. Новое умение — провокация. Очень надо, кстати. Провоцирует напряжение 2 ходов. Шанс призвать щупальца при получении удара 25%. Мгновенная перезарядка. Это неплохо. Мать-змея приготовила для тебя испытание. Под ее осуждающим взором ты умрешь. Что ты со мной сделала? Не может быть! Богиня сочла достойным этого монстра? И сбежал. Богиня, что ты хочешь мне показать? Сумрачные острова? Планк. Великое испытание. Вестница. Богиня, помоги мне понять. Жрица, ты не ранена? Как утопленник сбежал от нас. Богиня ему помогла, и я не знаю, почему. Но ты должна знать. Ты вестница. Ты несешь нам волю матери змеи. Может, тебе стоит отдохнуть? Мне не нужен отдых. Возвращайтесь в деревню. Я вас догоню.
Ого, что там творится? Так. Билдзвотер, Грот Бухру. Приветствую тебя, вестница. Старейшина, мне нужен твой совет. Я слушаю, дитя. Что тебя тревожит? Я пыталась очистить Билдзвотер от великого зла. Это враг, чья тень вселяет в людей страх. Враг всего, что движется. Да, это твой долг, и ты ревностно его исполняешь. Но потрошитель из Кровавой Гавани, я испытала его, и богиня сочла его достойным. Весьма любопытно. Я не понимаю. Он не живой человек, а нежить своим существованием оскорбляет богиню. Как он прошел испытание? Я приложила столько усилий, чтобы стать ее вестницей. А теперь сомневаюсь в ее воле. Это неправильно. Я боюсь, что сбилась с пути. Дитя, воля матери змеи во всем сущем. Только когда мы движемся к своей цели, вселенная движется навстречу судьбе. Не протився настоящему, и тебе откроется будущее. Но что, если я неверно поняла волю богини? Если этот злодей достоин, не ошиблась ли я в других? Если я дала благословение богине недостойным, это кощунство. Наверное, я должна сложить себя полномочия вестницы. Илаой, что за чепуху ты говоришь? Я обучала тебя мудрости Нага Кейборос с самых ранних лет. Ты сильна. Тобою движет воля богини. Не сомневайся в своих суждениях. А если я не права? В моем видении черный туман поглотил все. Нам грозит что-то страшное. Мне просто нельзя ошибаться. Богиня послала мне видение, но этого недостаточно. Я не знаю, как поступить правильно. Хитросплетение судеб известно лишь богине. Я не могу тебе указывать. Свой путь ты должна найти сама. На кону жизни всех обитателей Билдзвотера. Мне так нужна уверенность, что я все делаю как надо, но у меня столько вопросов. Так задавай их. В поисках ответов ты обретешь истину там, где другие не смогут. А еще ты должна обрести терпение, вестница. Но старейшина... Да... Нужно быть терпеливой. Я обдумаю все, что случилось, и, быть может, сумею обрести путь. Жрица, сюда! Ты должна это видеть! Ничего себе тут диалоги. Блин, прикольно так-то, очень интересно, что все так продумано, все так классно. Что это такое? Вот это мужчина. Это Иллаой. Наша защитница, наша вестница. Какая честь. Я Браум из Фрельорда. Из Фрельорда? Далеко же ты забрался. Мои люди сказали, что вытащили тебя из воды. Они были очень добры. Давай прогуляемся. Я хочу услышать твою историю. Нормально, так его занесло реально сюда. На другой конец света. Во Фрейльорд пришел страшный мор. Он унес жизни многих детей. Браум, это правда ты? Да. А еще я привел друга. А, будь храбрым и заботься о нем, пока я не вернусь. Конечно. Отдыхай. Браум отыщет лекарство. Я тебе обещаю.
Брау, у тебя доброе сердце. Но ты пообещал невозможное. Ведь болезнь уже не остановить. Для Браума нет невозможного. Фрейльорд – мой дом, а эти люди – моя семья. Скажи, что нужно сделать? В детстве отец рассказывал мне об архипелаге под названием Благословенные острова и о воде, которая якобы может исцелить любую болезнь. Но Браум эти острова поглотил черный туман, и теперь их называют сумрачными. Там опасно даже для тебя. Да и существует ли эта вода? Быть может, это сказка? Просто сказка. Браум вернется с благословенной водой и расскажет о своих приключениях. Ты сражался с черным туманом? Правда? Да, и готов сделать это снова. Надо только лодку побольше. В той битве с туманом Браум потерял щит. Он очень много для меня значит, и Браум сделает все, чтобы его вернуть. Илаой, мы пришли с миром. У нас послание от капитана Фортуны. Я слушаю. Что за послание? Она хочет встретиться. Она сказала, что черный туман вернулся. Что? Черный туман. Он вернулся. Спасибо, Браум. Она ждет. Проводить тебя. Я знаю дорогу. Сколько же всего сейчас похоже, случается? Нас свела вместе сама судьба. Это не твоя битва. Сражаться с туманом — священный долг вестницы. И все же наша встреча не случайна. Я уверена, возможно, это знак, которого я ждала. Сражаясь с туманом, я могу узнать больше о лекарстве. А еще я хочу отплатить вам за доброту. Я чувствую силу и искренность. Хорошо, пойдем послушаем Сару Фортуну. Прикольно, вот у нас тут и команда уже образуется. Так, к группе присоединился Браум. Роль защита, отвлечение внимания, усиление. Браум любимый холодорожденный герой Фрейльорда, обладающий мощными бицепсами и большим сердцем. Своим мощным щитом он закрывает союзников от удара. На ледяной родине и о подвигах Браума поют песни, но в Билджвотере он просто путник, который ищет лекарства от болезни, поразившей его народ. Так, умение. Вместе с Браумом путешествует малыш Пор, который умеет забираться в небольшие норки и приносить интересные находки. А щит и трясение умения Браума для подземелья наносит урон врагам и накладывает на них сотрясение, начиная бой. Полезно. Щит и трясение такое мощное, что иногда с его помощью удается сломать стены. Вау. Так, Браум силен и крепок, ему не страшны вражеские атаки. Пока Браум принимает умение, он получает меньше урона. Используя умение неуязвимый, Браум может отвлекать внимание врагов, принимая удары на свой мощный щит. Умение Браума «Сотрясающий удар» добавляет врагам сотрясение. Если враги сотрясением получают урон, от них накапливаются новые заряды эффекта. Когда набирается максимальное количество зарядов, враги получают урон и оказываются оглушены. Интересно, на самом деле прикольное. Тело у него. Так, встретиться с мисс Фортуной в ее особняке. Кстати, у нас и Лаой 5 уровня, и Браум тоже 5 уровня. Мы так можем менять их местами.
Прикольно. Ну, как понимаю, нам сейчас надо вниз идти. Или куда? Давайте посмотрим. Нет, нам не надо обучение. Куда нам? Так, вообще кораблей. Кораблей. А, да, кораблей. Маяк. Какая карта большая. Так. Жилое судно, чаровница. Блин, прикольно. Это все нам надо будет открывать. Ну, как я думаю, мы будем уже продолжать в следующей серии. На этом я ее буду заканчивать. Многое мы сделали. Я надеюсь, она вам понравилась. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. А с вами был Диктофон. Всем удачи и всем пока.